Мы продолжаем декорировать наш аквариум. И сейчас я покажу оборудование, которое будет находиться в нем. Это внутренний фильтр, вот такой вот, фирмы Sitch. Компрессор Шега. Optimal Deluxe. Водонагреватель с терморегулятором Eheim. Контроллер, таймер света. Вот такой у нас будет распылитель стоять на задней стенке. Присоски для маскировки шланга. Обратный клапан нам также понадобится. И кран регулировки. Все это сейчас мы установим в аквариуме. И проверим, как это все будет работать. Я разместил наши декорации в аквариуме, посадил растения. Теперь остается нам только поместить туда фильтр, грелку с терморегулятором, налить аквасейф, хотя вода у нас здесь не жесткая. Вот, тому как вода поступает с колодца. Поставить таймер света. Врезать обратный клапан для предотвращения обратного тока воды и выхода из строя компрессора. И первым делом мы сначала разместим в наш фильтр ампулу с бактозимом. Так, скрываем наш фильтр. Здесь вот дополнительно есть пакет с керамикой. Так, все тут у нас нет. Так. Крепление. Тремя присосками. Так, этой стороной он крепится к аквариуму. Сейчас соберем и будем его там размещать. Ах, присосочки крепко сидят. Так, следующее. Отлично. Так, посмотрим, куда здесь можно будет засунуть эту капсулу. Так, наверное, вот сюда мы ее засунем. Клеечку, наверное, надо будет снять, так как она, наверное, не нужна в воде, чтобы она не фанила у нас. Так, здесь
здесь у нас две губочки. Так, поставим на небольшой фильтр. Так, и разрежем ампулу. Так. А у нас здесь две ампулы. Одна нам понадобится сейчас. Кинем ее сюда. Пускай здесь будет. Так, все заново. Собираем. Сразу, наверное, цепляем насадочку, которая дает поток воды. Так, эти, наверное, тоже наклейки надо снять. Достаточно легко снимаются. Оставляю следов никаких. Так. Все, больше у нас наклеек никаких нет. Так, насадочка у нас цепляется вот так вот. Так, сюда у нас вставляется трубочка всасывания воздуха. Жестко. Угу. Так, сразу, наверное, ставим присосочки, так как они у нас должны открепиться. Вот так. Так, отлично. Так, фильтр мы собрали. Так, сейчас мы разрежем шланг, ставим обратный клапан. Наш компрессор. Так. Угу. Как он вставляется у нас? Так. Если не знаешь, как вставлять, можно просто, наверное, в него подуть. Ага. В эту сторону дует. Указано направление стрелочкой. Так. Берем нашу волшебную лестницу. Так. Так, поставим сюда пока. Придется все это делать быстро и на весу. Так. Тут ничего не повредилось у нас. Вот так вот на этом уровне где-то мы примерно разрежем.
Опа. Так, сюда вставляется. Угу. Крепляем на присосочку. И подсоединяем шланг компрессора. Так, все отлично. Есть. Так, теперь мы устанавливаем наш фильтр. Запуталось тут что-то. Так. Устанавливаем фильтр наш. Фильтр. Вот так, наверное, недалеко, чтобы в дальнейшем можно было менять кассету. Так, фильтр установлен. Присоски вроде все присосали его. Да, вроде бы все. Направление потока мы посмотрим потом. Так, теперь мы установим терморегулятор. Так, что у нас тут? Присоски к нему идут. Так, терморегулятор. Устанавливаем присоски. Так, ставим температуру на... Сколько поставим? 26 градусов пойдет. Так. Устанавливаем. И здесь же, наверное, рядышком терморегулятор установим, чтобы можно было менять температуру при случае. Присосалось все. Да, есть. Все, провода выводим в ту сторону. Все. Так. Так, 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 так. Все мы вроде установили. Так, ровно. Нет, не ровно. Чуть ровно сделаем. Так. Более-менее ровно. Так, 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 так. Подсоединяем все наши... Все наше оборудование. Так, правда, мокрыми руками. Но сетевой фильтр вроде отключен пока что. Так, устанавливаем еще
дополнительно таймер света. Потом зададим программу, как он будет включаться и выключаться. Так. Ну, чтобы он не торчал, мы его установим в самую первую. Будет он кнопку загораживает. Так, тогда придется. Но придется его устанавливать в самую конечную. Так, чтобы он не мешал другим розеткам. Так, есть. Так, лестница нам пока больше не понадобится. Очень мы ее быстро складываем. Ставим сюда на место. Так. Здесь у нас 100 миллилитров. Аквариум у нас как раз 200 литров. 100 миллилитров должно, в принципе, хватить. Вливаем весь тюбик сюда, флакончик, извиняюсь, весь флакон. Так. Угу. Весь флакон. Ох, он долго будет выливаться. Вылили весь флакон. Так, сейчас устанавливаем крышечки. Крышки. Так. Так. И передняя крышка. Так, ну что, включаем. Торжественный момент. Включаем аквариум. Чик. Так, все у нас заработало. Свет у нас что-то только не работает. Так, свет есть. Почему-то не работает свет. Что-то с таймером. Ладно. О, так сделаем. Таймер потом проверим, почему он не работает. Странно, почему таймер не работает. Ладно, рассмотрим попозже.
Так, поток воздуха идет. Так, компрессор. Компрессор заработал. Работает. Фильтрует. Так, проверяем, как компрессор подает пузырьки. Вот мы сделали больше поток пузырьков. Так, меньше. Так, ну вот так вот. Все это работает у нас. Замечательно. Так. Единственное, не вижу я, работает ли обогреватель. По идее, у него где-то должен быть светодиод, который показывает его работу. Но что-то я его не вижу. Так, ну-ка, посмотрим. Так, немножко сейчас отключим. Сейчас я поверну обогреватель на себя. Сейчас надо крышку снять сначала. Так. Сейчас повернем его, чтобы было видно, что он работает или нет. Включаем. Так. Ага, вижу. Работает. Так, сейчас я на себя ее поверну, чтобы здесь было видно. Так. Еще немного. Всегда, когда вы лезете мокрой рукой в аквариум, обязательно выключайте напряжение, чтобы вас не шандарахнуло. Так, все, закрываем крышечкой. Так, там у нас все всасывает. Направление мы можем поправить. Так, так, так. Опять надо выключить. Вот так вот мы сделаем. Пускай работает. Так, это он. Нет. Чуть-чуть вверх. Многовато. Вот так, все. Так. Закрываем нашу крышку. Ну, вода у нас достаточно чистая. Так. Сейчас поближе я вам покажу, что у нас получилось.
так у нас вышло. Все агрегаты работают в штатном режиме. Вот такая у нас коряшка, камни, декорации. Все, по-моему, супер получилось, удачно. Вот так вот. Сзади я положил длинный распылитель, где-то 45 сантиметров, и от него трубочкой через маленький распылитель вот сюда еще вывел дополнительный шарик, чтобы он через отверстие здесь выходил. Будет, было красиво очень. Вот такие вот декорации у нас. Ну, что я хочу сказать. Вышло, по-моему, неплохо. Кому понравилось, ставьте большие пальцы вверх. И на очереди мы уже будем запускать второй аквариум, который на мраморной крошке. Все, всем пока. Следующая серия будет интересна. Не переключайтесь.